100 лет назад в Москве на Всесоюзном съезде Советов торжественно провозгласили образование СССР. Создание СССР было результатом бурных, горячих дискуссий. Как спор двух старых большевиков едва не поставил под угрозу срыва план создания нового государства. Одно горячее лицо кавказской национальности, Серго Орджоникидзе, заехал, крепко заехал в ухо другому горячему лицу кавказской национальности, Акакию Кабахидзе. И из-за какой ошибки пришлось переделывать проект советского герба? Только в нашей программе. Уникальные факты образования Союза Советских Социалистических Республик. Сначала герб утвердили с очень грубой ошибкой, которую исправили только через 14 лет. Загадки века. В понедельник в 19:40.